Итак, всем привет! Все помнят видео по Хакинтошу на процессор AMD. Ко мне обратился тот же самый человек. Говорит, что видеокарта зеленит, не могу играть в игры. А все вы знаете, что видеокарты сейчас крайне дорогие. В Республике Беларусь это начинается с 1800 рублей и выше. Мы искали неделю и нашли дешевый вариант. Если вам говорят, что нельзя найти видеокарту, или это невозможно найти сейчас, не верьте ни в коем случае. Вот, мы нашли видеокарту, и мы ее сейчас распакуем. Прилетает сюда NVIDIA GeForce 1030 на архитектуре Pascal. Данная видеокарта стоит, в районе 10 тысяч рублей. Если российские деньги брать, то в районе 10 тысяч рублей. 10-15. Давайте распакуем. Компьютер мне уже тоже принесли. Давайте это дело откроем. Посмотрим, что у нас внутри. Так. Начинаем очередную распаковку века. И опять у меня нету. Никакого ножика. Так, это что? Это порядковый номер товара. Вроде как. Открываем это дело. В коробке у нас инструкция. Это у нас что? Это у нас диск. И вот сама видеокарта. Давайте коробку отложим, здесь ничего нету. Вот сама видеокарта, вот как она выглядит. Небольшая. В герметичной упаковке. Ролики по установке Хакинтоша на данный компьютер, это AMD A8, я приложу в описании. Вот данная видеокарта, довольно небольшая, легенькая, здесь 2 гигабайта. Что касается разъемов, это DVI и HDMI. Мы искали такой вариант, чтобы это было недорого. Это был DVI и это был HDMI. Ссылочку на данную видеокарту я приложу в описании. Вы можете поискать в своих странах. И я повторяю, есть видеокарты, но нужно очень долго искать. Мы искали неделю. Мы ровно 5 дней, почти неделю мы искали эту видеокарту. И мы ее нашли. Вот, я пойду ставить. А ты подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий. Пиши, что ты думаешь на этот счет. Я думаю, мой клиент сможет поиграть в игры на данной видеокарте. У него была видеокарта 730 NVIDIA GeForce GT730. Это Kepler был. Я ее забираю себе для экспериментов, поэтому будут ролики на канале, что касается данной видеокарты. Будем пытаться ее отремонтировать, чтобы она не зеленила. До новых встреч в новых роликах!